Ребят, приехали мы в Читай город, да, называется? Да. Это гостиный двор? Да. Гостиный двор, да. Ты хотел чай? Ну, мы сейчас зайдем, сначала тебе посмотрим твои книжечки, а потом уже это. Мы заходим в Читай город. Кто давно не читал, да? Нет, опять-таки, мы с тобой здесь, кто поедили, покупали. Что-то тут какое-то вообще страшно как-то. Да нет, туда заходи, там. Все как и азбука, все в подвалах находится. Более дешевый вариант, видимо. Ну, да. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so... Настя, без нас, видимо, ходила уже. Так я здесь ОГЭ покупала по биологии, это вот эту книжку. ОГЭ. Это так. ОГЭ. Тут типа правый и тому подобное, а вот это решать. Вот это решать. Сравни, что из этого толще. Мамочки. Это как две ты этих. Ты это все успеешь прочитать за год? Мы попали на скидку 30%. Так я сюда вас из-за этого и повела. О, какая экономная дочь. Нет, просто тут на все 30% школьная скидка. Круто. Помню. Что ты ищешь? Конституция. Она не работает в России. Нашим учителям пофиг. У меня общество знаний 9 класс, нам нужна конституция для школы. Конституция в России не работает. Да, она нигде не работает. Я хочу наклеить у нас. Куда? На холодильник. Такое Пермь великое. Возьмем? Возьмем. Такой магнитик. Красиво. Сейчас мы его положим. Это мы все вот сюда набрали. Наш. Такая стопка. Пошел, Настюшку найду. Очень много. Опа! Готовы я на сайте. Ага. Оп, сколько спустится. Угу. Какой-то особенный дневник, да? Мне просто понравился, он видишь, какой выпуклый. А, выпуклый. Я точно выпуклый. Я его на сайте посмотрела. Прикольный. Есть положение «Читай город», вот там на сайте можно все посмотреть. Короче, ты рекламируешь сегодня «Читай город», да? Я не рекламирую, это просто действительно очень удобно. Да. Теперь мы книжки только в Читай городе берем? Ну, в смысле, для это да. Для учебы, да? Потому хорошо. Что я чего сюда пришла. Давай, сюда. Сейчас, подожди, тут сюда, я смотрю, где-то там был... Конституция Российской Федерации. Это не школа, а где подготовка к общественному знанию.
чате. Ну там право, когда мы проходим, его надо записывать все эти, а это я возьму себе записывать как раз сюда. 30% скидка на такую большую. Мне кажется, ты меня разводишь. Я тебя не разводу, просто я 9 класс. То есть ты чем старше становишься, тем больше разводишь, я знаю. Ты в 10-м еще больше будешь покупать. Нет. Скажи спасибо, что я вот сюда... Пойдешь тебе... работать и будешь покупать сама. Вот скажи спасибо, что я тебя вот за этими китайцами сюда не позвала. Тут они по 300 рублей стоят. А по сколько ты купила их? 190. А вот такую велика за разница, велика разница. Вот такую я за 80 купила. Сколько вот эта тетрадь стоит, ты мне ответь? 178. Я за 80 купила. Вот эта тетрадь, которую ты держишь, сколько стоит? 360. И плюс скидка 30% на нее будет. Нет. Так скидка будет 30%. Не эта цена, минус 30%. Видишь, наверное. Вычти. День. Это у кого в 9 классе еще есть ИЗО? У нас в школе полгода ИЗО, полгода музыка идет. ИЗО? Да. ИЗО? ИЗО в 9 классе? Все идет как один предмет. Полгода музыка, полгода ИЗО, и за это ставят общую оценку. Жесть. Поверь. Мы верить. Сами не рады, особенно у нас по музыке. Стали верить, этого. Верить 15-летнему ребенку очень опасно. Задание. Хорошо. Ну, тут очень много, да, так детских книг-то вообще? Стеллажей сколько? Биология, таблица. Просто в прошлый раз, когда я приходила, она была сейчас. Биология, таблица. Такой авторитет ходит тут. Авторитет. Женщина очень вежливая, рассказывает все, показывает, помогает очень. То есть, ребят, приходите, хороший магазин, цены оптимальные, в то же время выбор, сами видите, огромный. То есть, все стеллажи, стеллажи, стеллажи. И плюс у них сейчас вот 30% скидки для школьников. То есть, что, в принципе, выгодно. Так, а ты вторую книжку тоже спросила, какую-то искала? Тогда вот она мне дала, и две. Я сейчас выбираю. Это они, которые нужны были? Да, это биология в таблицах. Но легче учиться в таблицах. Я понял, но именно у вас у всех в классе такая будет? Нет. Биология в таблицах – это лично для изучения, так легче информацию не запоминать. То есть, это как бы отдельный человек берет от себя? Да. Ну, тут, ладно. Видишь, тут они по разным издательствам, типа кому какого... Ну, Настя, она на медика собирается, ей биологии надо будет обязательно, так что... Мы когда... Я пойду в 9-й, ой, в 10-й, ой, в 11-й, блин, ой, в 12-й, ой, мы будем в институт, покупать? Ой! Для поступающих в медицинское учебное заведение. Вау! Такую штучку. Вау! Можно ее, кстати, здесь поискать? Сразу. Все, пошли. Так, подожди, дай я из этих выбрала. Секунду времени, чтобы взять быстренько закладочку. Настюша, давай быстрее. Я считаю. 10, 8, 7, 6, можно 5, 4... Руки? Нет, одну. Как? 6. Бери две. Можно карту оформить желательно. Давайте, даем, давайте, да? Давайте. Я знаю, что очень много. Нет, ты только что сделала. Давай на камеру. А вон я говорила, манго, смотри. У меня вот такая есть дома. Вот такая и вот такая. Ну что, все? Мы тогда пошли наверх? Ну сейчас мы отполним. Значит, ребят, смотрите. Так, а ты мой телефон отдай? Да, забирай задний карман. Я как раз параллельно расскажу. Тут произошел такой небольшой конфуз, ну как не конфуз, женщина сказала, молодой человек, ну она вежливо так подошла, говорит, у нас компания запрещает снимать, я начинаю объяснять, я говорю, девушка, знаете, конституция 3-10, она такая, я-то не спорю, говорит, я, говорит, вообще как бы, ну вот снимайте, говорит, это, ну, говорит, просто я, ну, должна была предупредить, мало ли по камерам посмотрят, и чтобы ко мне не было претензий, ну, я говорю, ничего страшного. То есть такая адекватная, не спорила, ничего не ругалась, то есть вот именно нормально. Она говорит, это не против, ну компания. Я говорю, ну я не думаю, что это, говорю, из-за нас сейчас будет бегать и вас этот вот ругать, эти десятые, поэтому ничего страшного, видите, есть кто не боится, но в то же время эти компании есть, которые запрещают. Ну я не знаю, если нас вдруг посмотрят, эта компания, потому что будет название, хочется обратиться, уберите эти таблички, потому что вы нарушаете конституцию и не мучите своих продавцов, не заставляйте их нарушать закон. Тем более продавцы не против.
А так магазин у вас хороший, цены приемлемы. Наоборот, надо радоваться, что вас снимают, рассказывают про вас. Мы зашли вот такой вот небольшой как бы кафешечка есть. Ну, это было, в принципе, прилично, так культурно. Я заказал итальянские травки. Сейчас мы чай выпьем, и Маришка говорит, что-то на 4000 вышло только вот это вот. 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 И вот это вот. Вот это вот. Вот это. И вот это, вот, вот ребята, покажем, вот скажите мне, где это бесплатное образование? Я ничего не понимаю. Мариша, ну что, на сколько вышел чек? Чек вышел 478. Это 30% скидка еще, да, я так понимаю? Таблица Менделеева. Да, при этом еще сумма скидок 996 рублей. А так, без скидок сколько бы вышло? 5 получается. Охренеть, бесплатное образование, да? Какой авторитет сидит, а? Ребята, чай очень вкусный. Прямо вообще вкусный-вкусный. Итальянские или английские травы? Вот это травы. Это английские травы. Извините. Понятно. Ты сразу только травы доглотнула, сразу стала англичанином, да? У меня все еще уши не отпустила. Все еще заложено. Ну вот, мы вернулись домой, и я собрала все, что мы купили мне в школу в 9 класс. Да, мы буквально недавно ребят приехали, поэтому такие взъерошенные еще немножко. Но. У нас все это вышло на 29 415 рублей. Вы представьте, всего лишь 9 класс. Ну, грубо говоря, если без копеек, получается 30 тысяч вот тут, да. Вот, только вот тут находится. Да, вот тут, да, то есть получается, да. 30 тысяч. С учетом того, что мы не брали ни куртку, ни кроссовки, ни первую обувь, как бы не в школу, которую до школы. Ну, мы возьмем, получается, кроссовки отдельно. То есть, вот это вот первая необходимость, потому что кроссовки мы взяли совершенно недавно, у нее кроссовки, да, новые есть. Ну, мы еще дополнительно возьмем. Ну, вот, видите, ребята, мы так вот чехи разложили. Да, там в бидоне там бабушка привезла ягоды. Так, ну что, получается, давай быстренько так. Смотрите, ребята, у нас дети открыли свой канал, то есть они уже, в принципе, там какие-то там наработки у них есть, они кидают видео периодически, 30, у них даже подписчики свои есть. Мы вот все так вот образно покажем, и чтобы это видео не затягивать, то есть мы покажем основное, да, Настя со Славой, они более будут детально потом разбирать, да, то есть они будут показывать вот эта вот вещь, вот такая-то, то есть это будет либо вам интересно, либо вашим детям, ну, могут подписаться, просто пройти по ссылке, которая будет в описании к этому видео, ну, и посмотреть, соответственно. Здесь же мы сейчас все покажем вот так, как оно есть, да, но не будем более детально углубляться, потому что, покажем, да, видео оно и так уже вот по сути, если даже буду сейчас нарезать его вот так, оно выйдет, ну, на час, наверное, ну, минут на 40, потому что, как сказать, очень много кусочков интересных, где там еще музыку надо вставить. Да, где ходили покупали, где вот это все рассматривали. Да, и поэтому, чтобы не затягивать видео, многие не любят такие долгие видео или разбивать на две части, то есть я, соответственно, решил так, я говорю, ну, Настенька, раз вы ведете свой канал, ну, и запишите более подробно, потому что многие вот любят там детально смотреть, ну, а многим интересно именно в общем. То есть, ну и, соответственно, в общем, мы сейчас и покажем, получается, давай будешь рассказывать, показывать. Ну как, скорее просто. То есть, мы с учебы начало начнем, что ли, да? Ну давай с учебы, давай тогда складывай сюда, получается, на мамин стол такой, как бы, для влогов, да, скажем. И здесь мы будем более, так вот, сторонку отсюда будем уже откладывать. То есть, пакеты даже некоторые порвались, не выдержали книжек, да. Ну, давай, все вот это вот доставай. То есть, что у нас идет первое? Ну, это я покупала отдельно еще где-то в середине лета, до того, как в школе. Это чисто биология тут. Ну, давай дальше. Что у нас еще дальше? Она уже потом более подробно расскажет. Ей нравится тоже болтать, рассказывать. Ну-ка, да, я покажу дневничок. Да, я уже показывал. Он такой выпуклый, такой классненький, такой для девчонки. Давай вот, ну, ты детально тоже расскажешь, покажешь. Что там открою, покажу. Что там внутри, чтобы не затягивать. Так, это Славкина, да? Да, это Славкина. Ну, даже потом скажем. Это, ребята, вот ее на руке многие сейчас, наверное, увидят. Это ее ожог. Первый раз она научилась готовить. Да, это ее Лили поцарапала. И так вот не зашло. Это она играет так у нас кошка. Ну, я люблю Лили. Чего уж не делать. Ну, тут в школе всякое. Конституция Российской Федерации. Да, сочинение, устный ответ. Опять биология. Там таблица уже. Что тут? Это вот мы сегодня брали, получается, книжки. Да, это в Читай-городе, получается, вот это все. Так, что там у нас еще на карте? Это твое. А это я магнитик взял, ребят. Да, я сейчас его повешу. Давай прям распечатай, повешим его на холодильник. Давай, просто доставать надо его достать, как бы. Да, вот здесь вот так. Я попробовала. О. Вот магнит. Давай его повешим куда-нибудь. Вот сюда. Не-не-не-не. У нас же Пермский край. О. Давай сюда посерединке, то есть вот так вот, чтобы оно. Чик. Ну, я думаю, над этим лучше.
Да нет, тут механизм просто электронный, чтобы не это. Красивенько. Вот и сюда. Патриотично. Почему-то он съезжает. За странный механизм. Так ты видел? Смотри, как тут магнит расположен. Он не весь. Он только посередине, он, конечно, съезжать будет. Ну, понятно. Ну, ладно. Давай вот, знаешь, как сделаем? Вот так вот. Вот так сверху, чтобы он не съезжал. Вот так вот сделаем сверху. А нифига, он тут не держится. Давай тогда сюда его повешаем. На, вешай туда его. Да. Вот сюда наверх. Да. Тогда он держится. Да, все, хорошо. Так, ну это мусор, как сюда. Да. Так, все, это в стороночку получается. Это мы все ждали, это ОГЭ получается, да. Подготовки и тому подобное. Девятый класс. Да, все, что ей нужно по учебе. Ах, тоже Славику это мы потом расскажем, что это такое. Да. Да. Славик покажет, расскажет. Еще ОГЭ. Угу. Я закладки положила, тяжку. Ну, закладочки там потом тоже покажешь, сейчас закладки, почему именно тебе эти понравились за короткий период времени. Ну, вот, опять же, серия, как вот там, как биология. Вот чисто что касается учебы, вот именно как бы книжек сегодня нас вышло на 4000 со скидкой, то есть общая... Если не обманывать, 4178. Скидка 1000 рублей получается. Да. Вот, то есть так бы было 5. Вот и представьте, ребята, бесплатное образование, куда мы катимся. Ну это Настя потом тоже раскроет, покажет, что там внутри. Если кому будет интересно, ребят, просто чтобы не затягивать. Все, да, пакет пустой, все, да. Его на пол куда-нибудь. Давай его. Так, теперь у нас идет. Давай что? Обувь сейчас покажем. Может, рюкзачок сразу и потом вот это как бы. Рюкзак. Да, рюкзачок, давай покажем. Там у тебя внутри еще что-то лежит, да? Да. Да, вот купили. Это мы в Ашане были. Я увидел такой рюкзачок. Мне очень понравился. Часики двигаются. Да, часики двигаются. Вот то это, есть... когда вверх тянешь, угу. Получается, стегивается так. Ну давай. Сейчас. Покажи. Я тяну раньше времени. Ага, вот. То есть у нее будет два рюкзака. Один рюкзак будет, который милитари, который военный, да, то есть он такой, это американский, чисто это импортный, то есть хороший, слава ей отдал этот рюкзак. А второй рюкзак у нее будет вот этот, плюс у нее еще адидасовский рюкзак, плюс у нее еще какой-то плюс там рюкзак. Еще, который типа для ноутбука был. Ну, да, да, ну который Настя отжала, то есть как бы я брал его для ноутбука, но Настя у меня вот так тихонечко отжала. Ну, вот здесь мы покажем со Славиком уже детальнее, что у нас там находится. Это вот да, все в школе и... тоже, там пеналы, там подобные ручки всякие. Да, пеналы такие вот красивые, вообще прям классно, как источилка. Ну, он прикольный, я там да, покажу. Да, посмотрите распаковку, то есть так да. Вот именно распаковка там будет. Да, сумка для обуви, то есть это также мы покупали в Ашане, то есть да. Такой вот Настя оранжевый цвет, видите, шкафчики, это же все оранжевое, это делали именно как бы из-за да. Насти. Стулья оранжевые. Оранжевый мой. Так, что это у нас, тетради получается, да? Вот это на кольцах две, это простые. Это она как в Америке, ей нравится, говорит, очень удобнее удобно. Удобнее очень. На кольцах. Ну, тут, кстати, у вас уже США учили такие на кольцах, да? Это намного удобнее. Вот, видите, это все тетради, что получается, с запасом. Нет, это не с запасом. А еще надо буду купать, да? Да. Ну, ладно, что теперь делать? Вот, все, ну, видите, как бы Настя до конца расскажет, потом все кармашки покажет, насколько удобно он держится, покажет. То есть, ну, вот классный, он такой полностью как джинсы сделанный. Как Гуччи. Да. Мне больше всего покалывает. Здесь вот, видите, такой материал, как вот раньше, помните, штаны были такие вот, ну, прикольные вообще как бы. Да, ну, соответственно, он и стоил, даже пускай в том же Ашане, но стоил, ребята, сейчас. По деньгам сейчас. Недешево, потому что там был выбор 2102. Большой, да, большой был выбор, были дешевле, но вот он как бы стоил столько. Офигенно. Так, давай его уберем в сторонку, так что всем пока, ребят, мы вас всех любим. Ну и да, и это напишите, мы немножко оформление канала изменили, и у детей да, тоже, да, как оформление канала, потому что шапочку я сегодня новое сделал. То есть все, смотрим, пока. Пока-пока.